Радостный смех, веселье, подвижные игры. Вот уже неделю юные жители Березняков с неохотой идут по домам. Скоро в районе дома 11 откроется современная игровая площадка. Большинство элементов уже установлено, и у ребят появилась возможность проверить их в деле. Глава округа Михаил Токарев проверил готовность объектов. Это одна из 10 площадок, которые устанавливают в этом году в округе по губернаторской программе. Ребята главу не постеснялись и показали спортивный класс на новом оборудовании. Отходите. Отошел. Егор, аккуратно. Подальше. Точно сможешь? Нифига себе. Я тоже красавчик. Площадка оборудована специальным безопасным покрытием, современными горками, качелями, каруселями, лазалками. По словам местных жителей, подобных игровых зон раньше здесь не было. Судя по тому, как мой ребенок из детского сада сюда бежит со всех ног, и вот даже сейчас вот он прыгает по ней и скачет, я думаю, что дети довольны, учитывая еще и количество детей здесь. В этом году новые губернаторские площадки постарались равномерно распределить по территории Сергиево-Посадского округа. Это Бужанино, это Душищево, это Березняково. Где мы сейчас? Это в Ходьково, в Зубцово, на Римаше. Мы стараемся максимально охватить каждую территорию, каждый населенный пункт, каждый город, каждую деревню, каждое село. И вот опять-таки, мне кажется, вот эта программа этого года, это там очень большое подтверждение. Места, где появятся новые игровые зоны, традиционно были выбраны совместно с жителями. Счастливые улыбки детей доказывают востребованность программы. Дарья Леонова, Татьяна Мельникова, Вячеслав Шумов. Программа «События».